Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Hey, всем привет, приветствую вас на канале Денчик заценит. С вами сегодня, как всегда, Дэн. Ну и, конечно же, Собакен, без него мы больше никуда. Не подписан на мой канал? Фатальная ошибка. Подписывайся, и тебе не трудно, мне приятно, и все будут только в плюсе, я надеюсь. А сегодня мы посмотрим трейлер к сериалу от Netflix, который выйдет 7 октября 2022 года. И называется он «Клуб полуночников». Название вроде такое хорошее, да, для, потому что это ужасник-триллер будет. Я думаю, что может быть даже будет интересный сериал. Но это мы увидим после просмотра трейлера. Если не после просмотра трейлера, то после просмотра первой серии точно мы узнаем, смотрибельный или несмотрибельный сериал. Как я говорил, да, рейтинг ожидания 6,9 у него. А сериал будет, короче, про неизлечимо больных людей, которые живут в хосписе, и они собираются в полночь, чтобы рассказать друг другу страшные истории. Но в конце концов они дают друг другу обещание, что тот, кто первый из них умрет, он подаст им сообщение из могилы. Ну, точнее, свяжется с ними из могилы. Описание довольно-таки интересное, я думаю. Я надеюсь, что сериал такой же самый будет интересный, как и описание. Ну, это, конечно, не для каждого, наверное, это для любителей. Как я и говорил, что я люблю ужасники, я люблю такие вещи, поэтому мне, я надеюсь, что понравится, я буду смотреть, и будет что посмотреть на подобие этого. То кушать приятного аппетита, кто смотрит, приятного просмотра, а мы поехали. Осенью я еду в Стэнфорд. Отметь это дело. Нарушь парочку правил. Она больная будет. Шансы в мою пользу. Все не так просто. Повтори полное название, пожалуйста. Папиллярная карцинома щитовидной железы. Рак щитовидки. Мне пока что мне нравится. Добро пожаловать в Брайтклифф. Каждый прожитый день здесь – это уже победа. Давно вы здесь? Я 4 месяца. 5. 3. 63 дня, 17 часов и 11 минут. Не гони про минуты. Я умру. Мы все умираем. Это хоспис? Родители мне сказали, что это школа-интернат. Что в подвале? А что, слабо? Не надо. Меня не просто напугать. Нет, стой, не надо. Не надо. Не спускайся туда. Что это? Это своего рода клуб. Вы каждую ночь пробираетесь в библиотеку и делаем духов. Травим байки. Про духов звучит лучше. Блин, а? Приветствуем на первой ночи в клубе полуночи. Кто испугался, напиши. Об этом месте рассказывают столько историй. О людях, которые думали, что умрут, но не умерли. Я хочу жить. Кто смотрел «Призрак, дом на холме»? Изменить исход. Мне плевать, чего это будет стоить. Прикольно. Если есть способ спасти нас, я бы сожгла весь мир дотла. Тебе нужно остановиться. И не подвергай себя и всех нас реальной опасности. Тем, кто был до, тем, кто будет после, нам сейчас и тем, кто по ту сторону. Прикольно. Я все еще здесь. Клуб полуночников. Озвучено специально для канала в рейтинге. Что, я думаю, что я буду ждать 7 октября. Напишите в комментариях, будете вы ждать или нет. Честно, вначале трейлер выглядел, что Netflix в очередной раз облажался. Но, чуть-чуть посмотрев, я понял то, что Netflix не облажался. И этот сериал можно будет смотреть, и я даже думаю, что нужно будет смотреть.
По крайней мере, точно буду смотреть. Вот эти моменты все страшные, там, где привидения появляются, эти тени вот эти вот, которые, да, это все выглядит очень прикольно и, может быть, даже не очень дешево. Netflix вложился чуть-чуть в этот сериал, и я думаю, что он будет смотрибелен, правда, он будет смотрибелен. Я думаю, что многие его будут смотреть. Я буду ждать, напишите, будете вы ждать или нет. Так что да, подписывайся, ставь лайк, бей в колокольчик, чтобы не потерять. Ну и, конечно же, до следующего раза.